Дорогие друзья, 24 июля наша церковь празднует память удивительного образа Божьей Матери, Троеручицы. С 8 века идет история этого образа, этой иконы. И связана с замечательным таким святым, который был мэром города. Мэром города Дамаск. Это Иоанн Дамаскин. Он был не просто мэром города, он был еще и догматистом, богословом. Он писал замечательные произведения в защиту икон. И вот его оклеветали, и вот этот султан приказал тогда отрубить ему правую руку. Ему отрубили правую руку и повесили ее на площади, чтобы всем было в назидание, как султан расправляется с теми людьми, которые пишут всякие нехорошие воззвания против него. И вот когда вечером, и спросив разрешения забрать свою руку, Иоанн пришел в свой дом, то он пал на колени пред образом Пресвятой Богородицы и долго со слезами молился. И потом он как бы впал в состояние забытья. И вот он видит Пресвятую Богородицу, которая возвращает ему его руку уже в полном здравии. И у него остался только след на руке. И вот он с этой рукой пришел к султану. И это было свидетельство того, что на него написали донос, то, что он несправедливо пострадал. Султан, увидев его руку здоровой, увидев вот этот шрам, поклонился Иоанну, попросил у него прощения и сказал: «Возвращайся, я тебе все верну и даже большее». Но Иоанн попросил султана отпустить его, ушел в монастырь, где принял монашество, и таким образом дожил свою жизнь. И в благодарность этого события Иоанн заказал иконописцам изобразить руку на этой иконе. И таким образом получилась икона с тремя ручками. И называется она Троеручица. Этот удивительный образ, друзья мои, сохранился до наших дней. Он находится на Афоне. И когда я был на Афоне, и другие паломники, мы всегда прикладывались. Вот это показатель того, что Божия Матерь всегда готова помогать нам с вами. Но все зависит от нас. Если мы будем иметь такую горячую веру, горячее сердце и устремление к Божией Матери, то она нам всегда поможет. Я желаю каждому из нас решимости, мужества и крепкой веры. Храни вас Господь.